Браконьеры начали вырубать ели в окрестностях города еще в конце ноября, говорят в Зеленстрое. Тогда в Приазовском лесхозе егери задержали группу нарушителей, уничтожившую несколько десятков деревьев. В начале зимы воровать елки начали в центральном районе города, на бульваре Шевченко. Это вообще это варварство, понимаете? Во-первых, люди не жалеют. Они не думают о том, что это красиво, что это для кого-то должно быть значительно. Для нас это больно. Ведь мы их сажали, ведь эти камы, пока мы их привезли, это для нас очень много стоило. И сил, и труда. В ответ на незаконную вырубку в лесных хозяйствах усилили охрану хвойных. В Мариуполе же новогодние деревья опрыскивают специальным составом. Специалисты говорят, что на улице эта жидкость и для елок, и для людей безвредна. А вот в квартире ее пары становятся ядовитыми. Оно очень влияет, этот раствор, на легкие. Нежелательно, чтобы... Люди просто заболеют, а не будут знать просто от чего заболели. От него не поймешь, что болит. В этом году таким составом работают все елки в центре города и парках. Работники Зеленстроя уверены, срубив и принеся домой такую, преступник больше не решится вредить природе. Ростислав Сысоев, Оксана Витер, Панорама.